1 января 2020 года в Ульяновской области по-новому станет формироваться цена на теплоснабжение. Привычный для многих ульяновцев метод индексации тарифов заменит новая формула расчета, так называемая методика альтернативной котельной. Чтобы переходный период к новой модели расчета завершился успешно для всех систем теплоснабжения города, уже сейчас необходимо урегулировать все актуальные вопросы. В их числе работа с жителями, ведь именно население – главный и самый важный потребитель тепловой энергии. Мы хотим населению довести последнюю информацию, которая есть от первоисточника, той интерпретации, которая должна быть и ближе всего к действующему законодательству. В этой связи мы запускаем в рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя» семинары, где совместно с ресурсоснабжающей организацией, депутатским корпусом и экспертным сообществом разъясняем, что это такое, какие последствия будут и, собственно говоря, как изменятся тарифы для населения. Новая модель рынка тепловой энергии определяет единые теплоснабжающие организации города как единственных ответственных за качественное и бесперебойное теплоснабжение в своей зоне. При этом через определенный период все действующие на территории города тарифы на тепловую энергию будут приведены к единому справедливому уровню. Другими словами, для потребителей, у которых сейчас тариф выше, чем у альткотельной, он будет заморожен на срок до 5 лет. Для всех остальных потребителей все это время будет происходить постепенный рост тарифов в пределах инфляции до этого уровня. В итоге для всех ульяновцев установят одинаковую стоимость тепловой энергии. У нас дом высотный на Хошимина 21. Он очень много потребляет энергии. И мы за тепло платим очень большие деньги. Но поскольку мы установили погодник, у нас еще рядом с соседним домом еще цены немножко ниже, где-то на 800 тысяч рублей. Вот. И, конечно, хотелось бы, чтобы были изменения какие-то в ценообразовании. Также руководство ульяновского филиала «Энергосбыт-плюс» позаботилось и о комфортности платежей для своих клиентов, договорившись со Сбербанком о беспроцентной комиссии при оплате квитанции от ПАО «Т-плюс» через кассы Сбербанка и Сбербанк онлайн. Мы все ближе и ближе становимся к нашему клиенту. Прямо буквально на прошлой неделе мы уже об этом сообщили. Мы со Сбербанком подписали соглашение о сотрудничестве, после которого нашим гражданам, жителям города Ульяновск, становится все проще и проще производить оплату за коммунальную услугу, за отопление, за теплоснабжение. То есть через Сбербанк онлайн, через QR-код, который у нас есть уже с октября месяца в каждом платежном поручении, в каждой квитанции. Получить консультацию по порядку заключения договоров, предоставить заявку и документы для заключения договора теплоснабжения, а также подписать договор теплоснабжения можно в офисе продаж и обслуживания клиентов ульяновского филиала «Энергосбыт-плюс» по адресу: город Ульяновск, улица Промышленная, дом 5. Дополнительные вопросы можно задать по телефону организации 21 40 15 с 7 утра до 19:00 вечера ежедневно или на сайте организации.